Доброе утро, дорогие друзья! Всем, кто включил этот видеосюжет, посмотреть в любое время, будет доброе утро. Почему? Потому что у нас рассвет на Бугасской косой. Вы посмотрите на эту фантастическую красоту. Солнышко встает. Видите, народу крайне мало. Тут, наверное, кайтеры ждут ветра уже, как и я. Просто невероятная красота Бугасской косы. Бушует потихонечку море. Мы спрятались здесь от ветра, нашли себе такой уютный уголочек. Глядишь на все это и начинаешь радоваться жизни. Красотища. У нас летят пауки. Смотрите, сколько их здесь заплело. Все растения. Вот там, где ветер не сильно продувает, я даже их видел, они бегали с утра. Нужно, может быть, попрятались спать пошли. Ну вот, видите, сидит паучок. Вот он. Им желаем тоже, чтобы у них все было классно. И еще хотелось бы обратить внимание, вот ребят приехали, смотрите, с той стороны за досками пакет с мусорами. Поели, пожили, бросили, уехали. Нет слов, почему так все люди ведут. Честно, обидно немножко даже. Эй, ребятки, посмотрите, как это все выглядит. Здесь у меня прям даже свой спот будет. Я разложу кайт, пойду запущу. Сейчас сначала чай, кофе, как я и сказал. Ну, тут такое местечко у нас под свою стояночку. Единственное, обидно, я думаю, что мы заберем этот мусор, который люди, ну, для кого, интересно, оставили. Чтобы кто-нибудь когда-нибудь приехал и за ними убрал. Ну, ели, пили, побросали. Обидно. Так, возвращаемся к нашему кемперу, знакомьтесь. Ну, я думаю, чтобы было проще показать, что да как. Вот, ребят, такие прицепы для путешествий на Алтай. Номер телефончика вы видите, если что, обращайтесь. Берег здесь восхитительный, солнце становится все выше, и на пятнах солнца уже будет классно и тепло. Единственное, Максим спрашивает, слушай, вот там стояла легковушка, как они здесь проезжают. Причем тут многие едут прям по берегу. У меня тоже такой вопрос, как они это делают. С утра на море 19,8, 19,8. Это прохладно. Итак, друзья, начинать, как я вам сказал, надо с завтрака, с кофеечка. Я хочу поблагодарить Кристину за вот этот подарок. Просто восхитительный. Спасибо большое. Благодаря нему мне теплее, чем Максиму. Много чего там не позаботились. То, что бы нам надо было. И смотрите. Та-дам! У нас есть тут мангальчик. Пожарить, я думаю, в нем можно будет. Электричество у нас включено. Самое интересное, как работал холодильник. Потому что я его поставил на максимум. Я тебе хочу сказать, что отлично работал. Посмотри. Холодненький. Это знаете что? Максим, колись. Вино. Вино, причем, которое моего производства, там у нас его крайне немного еще осталось, но оно есть. Холодильник ребята предоставляют. Подключаем к бортовой системе электрификации. Здесь стоит аккумулятор, который сохраняет энергию, а также солнечная батарея сверху. Я поставил телефон заряжать, у меня 50% писало зарядиться где-то за час. В сети написано, что выдает... О, кстати, смотри, у нас вот холодильник поработал, сейчас мигает, что надо переходить на солнечную батарею, или наоборот, уже перешло, и идет зарядка. Наверное, солнечная батарея заряжает аккумулятор. 11,2 вольта выдает. То есть это при подключенном, наверное, самом большом потребителе, как холодильник. Нам надо приготовить еду. Это то, что вы здесь сейчас видите, все входит в комплект поставки. У них есть плита. Сюда мы сейчас баллон поставим. По набору посуды, тарелочки, вилочки, ложечки. Есть свой кран, подключили печку, поставили баллон газовый, поставили сверху кастрюльку с водичкой и запустились. Видите, здесь есть посуда для употребления пищи, для приготовления. Вот все самое важное, нужное. Не хватает только, ну, посуды, там, сковородка, тарелочки, это вы с собой берете. Хотя, я думаю, если спросить хозяев, они могут вам тоже предоставить, потому что мы там что спрашиваем, говорят, да без проблем, надо, там, все, что хотите. Но мы не такие уж и требовательные, чтобы все просить, тем более все свое есть. И с каждым годом этого всего своего становится все больше и больше. Осталось только вот такой прицеп себе заиметь. Также ребята предоставляют вот такой вот стол со стульчиками. И свои стулья, я не знаю, сколько им уже лет. Я вот думаю, можно помимо кофеечка сделать еще и... Что не купить? Это вот с утра с огорода быстрее кофеечек купить.
яичницу какую-нибудь с сосисончиками. Ну, Максим что-то говорит, он с утра не голодный, не любит есть. А ему такая бы вкусная, Максим. Покажи свое лицо. Не верьте ему. В общем, а так вообще есть вот нож для мытья рук, жидкое мыло, там пакеты мусорные, еще ножик, полотенце. Здесь вот набор посуды. То есть, ну, в принципе, все-все-все. Вилки, ложки, тарелки, кружки, даже под водочку стаканчики. То есть великолепно. Утро спалось идеально. Я хочу сказать, что я испытал нереальный кайф вот от сна в ней. Я потом дальше вам все покажу, как внутри выглядит. Сейчас просто там небольшой мой творческий беспорядок. Рассчитана вся движуха, я думаю, на троих человек. Мама, папа, ребенок. Пал один, рядом мог еще спать Максим, но Максим пил вино всю ночь. Хотя, говорит, дай кофе мне. А еще тут женщины я были, могу, да? Смотрите, как быстро, ребят. В течение там 3 минут у нас же начинает вода закипать с такой обмоточкой и там спиралька, которая быстрее разогревается. Все кипит. Максим тут готовит тоже еду со сковородой. Что может быть лучше, чем кофе с утра? Кофе пью. Фреско называется. Там по скидке идет коллекция какая-то. Очень хороший, вкусный кофе. Давай вайбовый такой момент. Как жаль, что вы все уехали. Тут бы сейчас было бы гораздо больше людей. А так приходится вот вдвоем с Максимом наслаждаться. Ну, зато можем вам это все через экран передать. Красота. Первые люди потянулись к морю. Время 7:40. Мы с вами посмотрели великолепный рассвет. Солнышко поймали. В ту сторону у нас. Ну, с утра видел, уже просыпались ребята. Даже веселовка не видно, конечно. Мы получили заказ от Максима. Он говорит, что любит яичницу, которая просто во время приготовления хорошо перемешивается. Самое главное в приготовлении еды добавляем побольше масла на природе, потому что здесь жиры в пользу идут. Кушать хочется прям очень сильно. Готово. Максим, можно уже есть. Яйца сырые тоже полезны. У нас одно яйцо, кстати, пострадало. Но мы так безалаберно отнеслись ко всем нашим яйцам. Мне очень нравится, что на газу современные эти плиточки готовятся все сверхбыстро. Честно, даже не понимаю, зачем эти костры особо нужны. Как какой-то вайб создавать. Ну, смотрите, сосиски уже обжарились. У нас водичка. Ручки помыть, зубки почистить. И все работает максимально прекрасно. Плохо, когда мужики собираются, соль не взяли. И смотрите, какой у нас тут получается. Ажурный мажур. Максим говорит, что любит, когда вот эти вот все разбиты. А мне нравятся желточки, честно. Я в детстве не любил их. Максим, походу, еще просто из детства не вышел. Самые сложные. Сколько до там? 40. До 40. Мне 40 уже, но у меня продлилось. До 50. Кайфуй. Ловим момент, пока молодой. Ну и в этот момент мы можем... Теперь наши овощи порезать. Что может быть круче, чем нарезать огурчики под шум прибоя? О, ничего. Море, солнце, красота. Самое интересное, что сейчас еще большинство людей спит, даже не знает о том, что могли уже быть на берегу моря. И вот за что люблю природные вот эти вот моменты, то, что ты ложишься, паешь природу, хотя в этот раз у нас и свет был, но продлевать не хотелось совершенно. Трудовой день вчера, потому что много где побывали, позавчера еще больше, и сегодня хотелось просто поспать. Можно даже как салат замутить было, но хочется вкуса именно овощей. Максим больше всего переживал, на что мы голодные останемся. Я думаю, что нет. Мы тут лучка нарезал, огурчика. Ну, Максим, пойдем есть. Вкуснее сосисечки с яичком на берегу моря. Давай. За весь этот вайб. Самое интересное, что, ребята, походу, у нас тут дождик собирается. Чего там не хватает. Но это тоже мелочи жизни, потому что у нас есть вот такая вот мортира. Она раскрывается, мы будем сидеть под навесом. Ну, пока нам этого не надо. Пока мы полезем в море. Ну, дай бог, чтобы почаще так. Ребята, ну что,
что? Кто-то любит вот обычный посидеть, а кто-то волною полететь. Как это? Женщина, по-моему, за рулем. Как они это делают? Слушайте, я не знаю, что это такое было. Но он лежит на песке и едет. Это невероятно. Так, друзья мои, я откатался с этих, сделал вполне себе классный, прекрасный. И пришло время, чтобы, во-первых, жарить шашлыки. Мы Катик уже сложили. Во-вторых, тут Максим сделал уже кофеечек. Что-то тут закусочка у него идет. Винчик там все хорошо, прекрасно и классно. Когда у тебя собственная кухня есть прямо на берегу моря, да? Вообще хорошо. И что для счастья надо все-таки? Даже ветер. Вот мы ветер развернули, кемпер поставили в ту сторону, да, ветер оттуда приходит. Дюна нас закрывает, сам кемпер закрывает. Ну, просто идеально. И вот девушки на машинах тут мимо приезжают на низкой посадке. Как это она делает, да? Температура воздуха уже поднялась до 24. И пойдемте замерим температуру моря. А море 21,9. Прикинь, я в шоке. Вот как это она делает, это прям большой вопрос. На этой машинке здесь проезжает. Смотри, Максим, и учись, хисец. Знаешь, что 20 лет в такси прошли просто мимо тебя. А знаешь, почему ты застрял? Не знаю, и знать не хочу. Да там прокладка. Вот я и говорю. Ты видел, девчонка просто что делает. Но почему так сильно температура воды упала, для меня секрет, ребятки. Максим сейчас моет и будем жарить. Мяско мы взяли слово мясника. Ну, с песком давно я шашлык не ел. Хотя тут, видите, песок такой более крупный, зернистый. Будем надеяться, что не так сильно хрустеть будет, как обычно. Это все происходит. Хоп, хей, ла-ла-лей. Не жарьте песок, когда ветер дует на песчаных пляжах. Но мы побоялись, что мясо попрет, поэтому решили приготовить его сейчас. Хотя сильно кушать, наверное, не хочется, да? Или хочется? Нет? Еще не проголодались с утра. Но вид, конечно, мяу. Такой у нас обед. Спасибо Максиму от души. Красота, ребят. Просто какой-то невероятный рай с красивым цветом моря. Солнышко светит. Жалко, море немножко прохладное стало. Но так все равно прекрасно. Паучки с утра побегали. Сейчас все куда-то от солнышка попрятались. Но дюны в паутине я такого еще не видел. Интересно смотрится. Стрекозы летают. Давайте еще дневной обзор на все эти пляжные территории. Туда, в Благовещенскую дорога. В эту сторону Веселовка. Много кораблей на рейде стоит. Подняться наверх, посмотреть, как там все с верхотуры еще выглядит. Я на кайте ушел практически до Гырова. Ну, не дошел, не хватило у меня сил. Так, почти полтора часа раскатывал с утра. Довольно-таки классно потренировался. Ну и посмотрите на все эти виды. У-ху!
Мне казалось, что в эту сторону пляжи не такие большие от Гырова. Оказывается, тут расстояния просто огромные. Собственно, люди гуляют потихонечку вдоль берега. Надо нам добраться еще в саму Веселовку, посмотреть их пляж и с правой стороны грязевое озеро затестировать. Давайте панораму с вами посмотрим отсюда. Смотри, не я один накатался. Ветер, кстати, стал слабее. Все как по прогнозу прописано было. Но Напа у нас вообще в дымке, ее даже не видать. Я в восторге, честно, от Веселовки. От этих мест это очень круто. Ай, какой песочек под ногами. Просто проваливаются ножки. Очень тепло. Он прогрелся уже на солнышке. Классно. Что может быть круче, чем еще и встретить дельфинов с утреца? Это не красавцы. Максим у нас выпил немножко вина, гулять по пляжам Веселовки он не хочет. Ну, а мы сегодня с вами уже посмотрели Бугасскую косу, на ней переночевали, было великолепно, классно. Еще раз обращаюсь ко всем, друзья, пожалуйста, вывозите за собой мусор. Даже вот сюда вывозят, тут вот целая гора стоит, но там стоит лодочка, это значит, что отсюда его потом уберут. Но тут вот, конечно, прям много мусора разбросано, и обидно все это видеть, что люди себе позволяют такое не замечать, когда у них что-то там улетает, не поднимают. Ну, теперь давайте поговорим непосредственно про саму Веселовку, порассказываем, попоказываю пляжи. И сегодня мы будем ночевать с другой стороны, там, где грязевое озеро находится. Вот такая вот большая поездка у нас получается. И, в принципе, меня все радует. У Максима еще очень важное занятие здесь будет найти. Нам очень надо найти у кого-нибудь здесь компрессор, накачать колеса, потому что, не дай бог, разбортируется. Максим там уже, он хозяин машины, который ругается на нас очень сильно. Говорит, ребята, будьте аккуратны. А мы забыли компрессор. То есть, ну, вот так вот, в ночь собирались, пока там все собрались, пока все сделали, не все взяли. Но я думаю, что этим мы не испортим все настроение, друзья. Отправляемся гулять. Здесь вчера мы вот когда проезжали, песочек, и уже на машинке тут довольно-таки сложно промчаться. Здесь, видите, такой вот был ров, перекапывали, чтобы туда никто не заезжал. Ну, я так понимаю, что он превратился просто в мусорку, этот ров, и, в принципе, туда потихоньку машины ездят. Там и для обслуживания косы, и для других остальных дел. Место тут сбора мусора. Я, так как тут лодочку вижу, не негодую, потому что, значит, отсюда его убирают. Это прекрасно. Это лиман Кизилташский называется. С той стороны лимана находится Благовещенская. Ну, а здесь, на горе, поселок Веселовка. А тут внизу вот по дороге, то есть спускаетесь, как раз таки все гостевые дома, базы отдыха и все остальное на пляжной территории находится. Начали мы с дикого отдыха, ну а теперь постепенно по пляжам пройдем и посмотрим, что здесь из инфраструктуры еще работает. На календаре у нас сентябрь месяц, так что гуляем, продолжаем бархатный сезон. Единственное, конечно, море остыло, меня это прям очень удивило. Здесь с правой стороны расположен глэмпинг, и с его территории тоже сюда выход на пляж. На пляже очень много людей стоят с палатками, отдыхают. Я думаю, что летом, конечно, их здесь было гораздо больше. Сейчас, в принципе, проезжая и разглядывая всех тех, кто отдыхает, люди, я думаю, сюда приезжают сознательно, выбирают эти места. Места здесь восхитительные. Тут и дюны, и тишина, и спокойствие. Хотя вот, говорю, спокойствие, там кто-то себе музычку врубил, да так, что прям жесть. Еще интересно, мы пока сюда ехали, там ландкрузер ребята засадили. При этом мы видели, как на почти легковых машинах девчонки ездят. И говорю, то есть очень важно опыт, конечно, вождения пескам. Но прошу всех, ребят, не выезжайте на пляжные территории. Это для отдыха. Я еще понимаю, с этой стороны дюн, там подъехали, стали, отдыхаете. Вот пляжи пускай остаются для людей, для пеших прогулок. Тут тоже артефакты. Люди набирают с петюшки песок, чтобы удерживать палатки. А потом все эти петюшки вот так вот мертвым грузом валяются. Встреча с дельфинами сегодня тоже была просто великолепная. С левой стороны висит такой флаг пиратский. Там что-то на бар похоже. Ну и здесь не очень много людей. Вот тоже, видите, мусор по крышку насобирали. Так он тут и стоит. Уносите с собой все, что приносите. Донести же смогли. Тем более, пляжи бесплатные, парковка бесплатная. Никто никому ни за что не платит. Пёсели. Мужчина там сейчас собачка купается. Здесь тоже семья с пёселем. Вот там лучшие места для, как говорится, отдыха с собаками. Потому что собак здесь много. Вот небольшой гостевой дом. Перед ним навес с шезлонгами.
понимаю, что чисто для них, но если придете, предложите денег, тоже согласятся. Работает кафе на берегу и голубой флаг. Самое интересное висит. Но спасение здесь не ведется, так же, как и медпунктов я не вижу. Поэтому будьте аккуратны. Море здесь глубокое сразу, потом дальше идет еще одна мель. Хотелось бы, конечно, эти места смотреть, когда нет волны, но с волной море, мне кажется, более живое. Конечно, без прозрачности водички, но выглядит совсем по-другому. Ну и пустота пляжей. Вот так вот. Левая часть поселка, она не соединяется там никакими дорогами, по крайней мере, в прошлый раз, когда я приезжал перед сезоном в этом же году, там проезда не нашли. Это было после шторма века, здесь были колоссальные разрушения. Сейчас смотрю, что все чистенько, убрано, уютно и классно. В принципе, как и должно здесь это все быть. Я буквально позавчера был на Азовском море, 24 температуры, о, прохладнее, чем в Черном. У нас было 25. И вот ветер, что натворил. Сегодня в Анапе в самой 23 присылали температура, а здесь 21,8. Контраст очень большой. Посмотрите, какое великолепие. Там тоже смотрю, что машинки паркуются. Знаете, сюда можно было приехать на этот пляжик. И здесь все то, что выкидывало море, обработали дерево, столы сделали. Вот такая вот красота. Очень атмосферное местечко. Устрицы и мидии предлагали, но сейчас это, видите, не работает, потому что не востребовано. Сверху тоже все прям, знаете, подошли с душой. Привет вам, мои дорогие. Вот это вообще что за аппарат? Мусорка. Одна, вторая. Здесь, пожалуйста, пляж не работает, а мусорки все еще стоят, можно ими пользоваться. Ну и люди отдыхают в таком кресле. Посидеть, поглядеть на море. Почему бы и нет? Вот это целая кровать. Классный такой уголок. Прям выглядит очень круто. Вот так вот сидишь на берегу, на море смотришь и наслаждаешься всеми этими прекрасными видами, солнечными лучами, которые здесь еще, в принципе, в избытке. Красота. Мы видим и цвет прекрасного моря, и людей довольных, через каждые там 50 метров сидящих. Чем еще тут заниматься? Купаться, наслаждаться ради моря. Те, кто приезжает, я думаю, эти места очень любят. Строительство идет очень большое количество там разнообразных коттеджет или большой один гостиничный комплекс, ну, значит, эти пляжи тоже займут люди. Туда дальше, кстати, я вижу, что людей будет побольше, чем здесь. Здесь прям номера вдоль береговой линии, люди отдыхают. Так вышел из номера и побежал в море купаться. Супер. А дальше территория не застроенная, и пляж совершенно, я бы ничем не занят, потому что к нему и подъезда нету, ну, по крайней мере, не было. Я говорю, еще раз, не нашел. И людей здесь от слова совсем нет. И только туда дальше, уже где больше и подъездов, парковки платные есть, там, собственно, и находится вся движуха. С какого-то судна канат оторвало и выбросило. И тоже водорослями покрылся. Можно увидеть, что здесь кто-то городил уже территорию, распланировал, дорожки сделал. Значит, сюда подъезды в ближайшее время уже реализуют и будут либо что-то строить, типа глэмпинга, может быть, еще что-то. Ну, кто-то вырвал себе участки, такие вот домики сейчас застраивают. В той стороне там тоже целый отельный комплекс строился, веселовки повыше к горе. Почему? Потому что здесь во время шторма века вода заходила туда, подтапливала, и лучшие строения все-таки на горе. Пускай чуть дальше от моря, но зато своя, как говорится, недвижка будет в безопасности. Еще в прошлом путешествии мне писали о том, что здесь минусом является то, что рядышком находится порт по волне. Тут все эти корабли, которые в море стоят на рейде, суда, прошу прощения, и они, возможно, как бы делают море грязным. Ну, я грязи, честно, от слова совсем не вижу. Вот камушки с песочком есть. Раньше у нас тоже таких камушков было не счесть, но потом все приезжали, забирали их, и остался чисто лишь песок. А в детстве, я помню, тоже много таких клевых камушков и льняных. Ну, в летнее время здесь движуха была больше, потому что даже барная какая-то тема стоит, домик. И мы подходим к тем местам, где уже можно подъезжать на машине. Там с центральной улицы у них есть спуски к разным местам, и на них организованы парковки. И здесь уже появляются отдыхающие. Пускай их немного, но, в принципе, сегодня и не выходной даже день, а всего лишь
Понедельник. Начало пляжа, седьмое небо. Написано волейбольной площадке. Бунгало же, не сдающиеся в аренду, навесы, шезлонги никто не предлагает. Вот так вот сейчас эти места выглядят. Тут очень интересный такой песок. Я его впервые увидел возле тех обрывов песчаных. Ну и вот, пожалуйста, здесь он тоже есть. Очень красиво смотрится, такой вот с переливами. Вплоть до такого бирюзового цвета, фиолетового. Видел, пока вот такой серенький встречается. Отдых нежный, ласковый, прекрасный. Здесь все восстановили. В принципе, как и говорили, что к сезону будет все работать и сделают все, как было ранее. Сейчас мы это видим, что было все реализовано. Домики на сваях, с правой стороны, с них уже люди выходят именно на отдых сюда. Дети, наслаждающиеся песочком. Такой прям нежный, классный, уютный пляж. Единственное, что, допустим, мы начинали с вами от дюн, а здесь уже нет. Вот с правой стороны здесь проход, и там есть парковка. Вот вверху с видом на море, такие вот прям места отдыха. Там тоже домики, домики, разные легкие конструкции, собственно, и с них выходят сюда. Разбирают все элементы благоустройства, которые были, и потихонечку вывозят в пляжи. Пляжики консервируются. Как бы не хотелось, чтобы эта работа продолжалась, но все равно все постепенно уже приходит к тому, что скоро сезон закончится. И последние отдыхающие уедут. У нас обычно до середины октября еще люди есть. И сейчас это задаются чаще вопросы. Юра, если приехать, то что будет на пляжах? Как все будет выглядеть? Будет ли работать у вас в Анапе? Ну, мы будем только посмотреть, ребят. Зависит от того, какая будет погода. Погода на следующей неделе стоит 25. Не жарко, в принципе, не холодно. То есть есть такой прекрасный бархатный сезон. Продолжение. Я надеюсь, что как минимум до конца сентября, лучше бы до января. Было бы идеально. Там дальше вижу, что очень много разных строек ведется. И вот кемперы – популярная тема. Вот, кстати, вот сюда тоже была платная парковка. Насколько помню, машины куда подъезжают, сразу к берегу моря и вышли. Аренда беседок, то есть, чтобы взять в аренду, надо было позвонить по телефону. Может, сразу денег перевести и все, отдыхай, не хочу. Тоже все почему-то разбирает. Бесплатная тень на том и один шезлонг сдат в аренду. Тут можно курить уже где угодно, потому что только вы одни на пляже. Вот эти домики, я помню, были тоже сильно подразрушены. Смотрю, чуть-чуть поднадстроили. И, значит, эта барная территория тоже работала в сезон. Ну, либо пытались ее сделать, чтобы она запустилась. Сейчас мы с той стороны видим, там есть настил, по которому люди прогуливаются. Ну, дальше, вот видите, такой навес, много столов стоит. Это какой-то бар, тоже центровое место, 100% у них. Ну и вдоль моря, видите, такая узенькая полосочка берега. В принципе, так как здесь отдыхает не так уж и много людей, то места всем хватает. По крайней мере, ни разу не слышал, чтобы веселовки жаловались. Столько людей, как в Анапе, мест нету. Но если вы видели такие сюжеты, присылайте мне их, опубликуем с удовольствием. И туда дальше в поселок уже центральный такой проход. Мне по-честному кажется, что в самом начале людей было больше. Издалека я видел, что людей вроде бы здесь достаточно, но подойдя по факту поближе, видим, что территория в принципе пустая. Еще раз говорю, все чисто, никаких мусорных там завалов, ничего нет. Просто прекрасный берег с возможностью великолепных променадов. Говорится, что нам еще от отдыха надо. Для тех, кто любит дикий отдых, слева и справа от вот этой части пляжа. Мы были с вами на левой стороне и более подробно посмотрим потом еще правую. Там интересный мужчина вот продал, походу, кукурузку, потому что у него там чуть-чуть чего-то осталось и пошел уже на выход с пляжа. Здесь отель находится прямо на берегу моря. Последствия шторма, все ликвидированы. Все приведено в такой прям благочестивый вид, что меня очень радует. Я так понимаю, что все вложились, все восстановили, и пляжик выглядит и оборудованный, и привлекательный. Я думаю, что людей было здесь немало. Тоже аренда беседок, а здесь прям домики тоже на сваях стоят, глэмпинг такой на берегу моря. Идеальное место для того, чтобы отдыхать и сразу под шум прибоя спать, как я сегодня, хотя мы с тобой кемпер притащили, а здесь за вас уже все сделали и решили. То есть выбирайте сами.
плюс кемпера, то, что мы можем постоянно спать в разных местах, а вы привязаны к тому месту, куда уже приехали. Да, даже гидроцикл со всеми водными развлечениями уже и не выставляет, так как эти развлечения продавать уже некому. Тут сейчас пляж заканчивается. В прошлом году я был возмущен тем, что там перекрыли сквозной проход возле одного из пансионатов. Сейчас до туда доберемся и посмотрим, как там в этом году. Или точнее, уже после этого сезона. Все так же печально или нет. Здесь указано даже место для купания детей. Знаешь, какая-то детская часть пляжа была, видите, огорожена. Температура воздуха 28,1 градуса. Прекрасная погода, летняя, манящая. Ветер потихонечку сходит на нет. Уменьшился уже как минимум в два раза. То есть и волна, видите, да, спала. Не то, что было с утра, когда мы воду замеряли. Тоже разные коттеджи стоят. Ну, я дохожу до того места, где как раз таки возмущался. Сейчас здесь, возле их берега укрепительных сооружений, в принципе, проход свободен. Единственное, что волны доходят прямо до них, и придется ножки замочить, чтобы прогуляться. Но, как минимум, он есть. Тоже такие отельные комплексы построили на берегу. И, собственно, отдыхает у них довольно-таки много людей. А за ними уже начинаются пляжи возле озера Грязевого. Собственно, мы к нему вернемся. Но я думаю, сначала прогуляемся еще по самому поселочку и заберем Максима. А там уже расположимся и посмотрим с вами все эти места. Поверьте, мне там тоже очень и очень красиво. Здесь так интересно, шезлонги стоят прямо у камней, то есть под них вода подходит. Интересно, их просто повыкидывали, люди занимают или откуда-то их приносят. И картинка очень красивая, согласитесь. Ну и в обратную сторону видно эти пляжи. Единственное, давайте отсюда глянем сейчас, как там все выглядит, потому что пока мы доберемся, может, там людей станет поменьше. Хотя их так немного. Отдыхает народ. Вот эти заборы были все разрушены, и сквозь них можно было проходить. Сейчас буду еще искать дырдочку, чтобы покинуть эти пляжи. Кстати, вот один из возможных выходов. Там вижу впереди дорогу. Я что-то подумал, вернусь до кафе и пройду, я так понимаю, по центральной улице. Я вернулся до этого кафе, где, как я думаю, самый центровой проход. Потому что и широко, и кафе сделано. Правда, там чисто никто не сидит. Вот здесь и игровая комната детская есть. Лабиринт, и даже грушу ударить можно. И закрытое помещение, так понимаю, там какой-то дэнс-дискотека происходит. Но здесь уже все позакрывали. База отдыха Южный берег, это одна из тех, вдоль которых мы проходили с вами. Тут местами водичка прям стоит, очень много, видите. Что-то подтапливало, наверное, дождики прошли, и толка вода отсюда не уходила, потому что прямого стока нету в море. Да и плавни, в принципе, здесь. Это то, о чему я вам говорил, что лучшие места для гостиниц все-таки туда повыше, подальше от моря. Ну, либо здесь на сваях все это поднимать, чтобы люди отдыхали. Здесь вообще какой-то аквакомплекс большой. Частично уже все позакрывалось, но торговый рабочий павильон еще есть. Сейчас же сами себя развлекают, продают, как говорится, друг другу все, что надо. Вот вам еще одна столовая. Но тут уже постепенно все закрывают, готовятся к консервации. Тут, видите, кстати, улицу сделали повыше, а туда вниз уходят ниже. Вот коктейль за 230 рублей. Тоже круги разные. Пицца 700, морская, гавайская 600, сарай какой-то 650. Здесь можно заказать, посидеть, поесть. Ну, такие вот хоромы тут еще понастроены. Тут тоже сувениры, элементы разной одежды. Но тут интересно, работало или нет. Или уже все позакрывалось просто. Такие вот, знаете, вопросы, когда приезжаешь уже после сезона, хочется понять, насколько здесь было круто и классно. Ну, я надеюсь, что вы в комментариях все подскажете и расскажете. Пожалуйста, столовая. Здесь цены все сразу написаны. Можно увеличить, посмотреть. Там первое блюдо больше 240 рублей. Гарнир, картофель запеченный 100 рублей.
ценники. Прям интересно. Я специально замедлю. Посмотрели, надеюсь, что и почем. Ну и вот мы вышли на центральную улицу, которая в левую сторону, как я сейчас стою, ведет к озеру, а в правую сторону туда, к пляжам, куда мы сейчас отправимся. База отдыха «Самоцвет», и напротив нее как раз таки проход этот к морю был. Продуктовый магазин есть и еще один мини-маркет. Алкомаркет. Туда «Радуга» называется. Местечко можно пройти. Ну, в принципе, какая-то движуха присутствует. Люди еще здесь есть. Всегда интересно, зачем такие высоченные заборы делать? Свой базу отдыха, наоборот. Люди смотрели, как там отдыхают за ним. Шашлычная. Даже прям интересно, почем шашлыки. Борщ 150, шурпа 250. Ну, по правой стороне мы видим, что тут завезено очень много стройматериалов. То есть эти места ждет колоссальное развитие. База отдыха «Дружба». И здесь вот объект, о котором говорил, стройка. Века идет. Бешеными темпами тут возводят гостиничный комплекс. Поселок Веселовка. Интересно, конечно, концовочку его глянуть. Ну, тоже на горе, чтобы не страдать от подтопления и затопления. Все очень верно. Тут даже с правой стороны планировочка территории. Такой старинный дом двухэтажный имеется. Я думаю, что квартирный какой-то. Ну и, собственно, еще такие вот кирпичные домики тоже. База отдыха называется «Волна». И от нее проход к морю еще один, по которому расположены и новые строящиеся, и уже давно построенные домики, и реклама этих баз. Эко-хутор «Сова», «Верана», «У моря», «Благодать». Вот, это все сюда. Это «Волна». Очень симпатичная территория. Это красиво. Домики все эти одинаково смотрятся с бассейном своим. «Готовые блюда» называется местечко. Там сим-карты предлагают. Кофе с собой. Караоке. Кафе. Фамилия. То есть, в принципе, и поразвлекаться есть где. И «Озон» имеется. Можно заказать себе чего-нибудь из интернета. Ну, а дальше мы двигаемся уже в правую сторону, где поменьше всего этого. Это, так сказать, было самое центровое место. Ну, по-простому все, но зато чисто. Пришлось завершить запись, так как там ребята полетели, вот и без глушителя. И уже уехали далеко, их не вижу, звук до сих пор слышу. Ну, и вот такие. И солнечный остров, гостевой двор, здесь морской и морефлот, отель. Ну, а дальше деревянные домики и более пустые территории. Мы проходили, помните, пустой пляж, вот эти вот все территории. Думаю, что в скором времени застроятся. Видим, кровли возводятся уже над домами некоторыми. Ну, и будет большой такой комплекс, построенный на берегу Черного моря. Ну, а здесь более старая база отдыха «Восход». Это уже такие немножко поблезшие, требующие немножко приложить руки, но все как есть. А впереди еще у нас Кизилтарский лиман. Мне вот надо туда пройти, потом туда, туда и вон туда идти к Максиму, забрать его с парковки. Надеюсь, он колеса накачал. Крайняя база отдыха, морская улица 22, называется «Оазис». Дальше все, левая сторона пустая. Ну, здесь все забором обнесено, ждет застройки. Мы стараемся для вас, не жалея ног, обошел уже этот забор. И надеюсь, что я все-таки приду, куда иду. Мы заезжали с той стороны, вдоль вот этих домиков, вдоль берега лимана, и там уже уходишь влево. Здесь же я пока еще даже не знаю, куда мне придет место. 7 километров уже намотал я сегодня. Это с момента, как я Максима оставил и пошел сюда по кругу прогуляться. Все для вас, ребятки. Поэтому, если вы не подписаны на ВКонтакте, Телеграм, сделайте это. Ссылочки видите на экране. Будем благодарны любой вашей финансовой поддержке, донатам от души, как говорится. Спасибо большое, что смотрите и поддерживаете. Стараемся. Можно увидеть заваленный забор. Если не ошибаюсь, это тоже штормом века его подзавалило. Ну и домиков здесь понастроено много. Разные тоже базы, которые можно приезжать на отдых. Как вы понимаете, здесь он не такой, как Витязева, там Джимате. Есть какие-то танцы, шманцы, развлечения. Сюда люди едут за морем. За тишиной, спокойствием. Можно отходить даже пешочком влево, например, либо
чуть дальше мы покажем. Грязевое озеро вправо, там еще куча интересных мест. В общем, честно, Веселовка мне с первого раза очень понравилась. Сейчас гуляю, смотрю, в принципе, ну, все, как я в первый раз увидел. Единственное, что все последствия штормовика поубирали и сделали все чисто и красиво. Это самое главное. Но перспективы развития этих мест просто колоссальны. Вот мы с вами шли, видели только вот первую линию, вот сейчас отсюда видите, и там база отдыха сверху, там еще с той стороны будут горы с озера, вы все увидите. Тоже мест, в принципе, предостаточно. Ну, тоже домиков понаставили, банька, и приезжают люди сюда на отдых. Вот вам, пожалуйста, система водоотведения. Арык! Ну и здесь еще можете увидеть тоже небольшие домики, постройки. Люди купили участки себе, что-то построили. И мы доходим до комплекса больших сооружений, зданий. Надеюсь, мы тут сможем как-то обойти, пройти все это. Такого я точно не ожидал. Внимание, строительные работы, проход запрещен. Мы пойдем туда, налево. Не ходите по этим дорогам, тут все сложно, чтобы обойти. Вот тот такой самый симпатичный пляж с всякими элементами. Как раз таки сейчас напротив него находимся. Пытаюсь откуда-нибудь спрыгнуть с этой стройки, чтобы оказаться там, на улице. Ура, у меня это получилось. Здесь появилась такая целая дорога отсыпанная, чего раньше не было. Если вы не знали, тут вроде бы никто ничего не просит. То есть заезжать сюда можно было парковаться. Ну и такие вот небольшие домики еще на берегу имеются. Вот он, выезд на этот пляж. Тут даже большая зонтка парковочная. И здесь, в принципе, я думаю, машинки парковались. И те, кто приезжали сюда на отдых. Гостевой дом или кафе даже. Среди лох серебристого. Это так очень атмосферно смотрится. Ну, вот тут самый крайний гостевой дом. Называется Альбатрос Кизелташки. 47 проезд. И тут свободный выход на пляж. То есть кто-то сюда приезжает, паркуется. Машины тут пресс перекрыт и через дюны туда проходит. Ну, также здесь еще немножко разных гостиниц есть. Что самое интересное, я сейчас увидел, там парень ходит, сдает шезлонги в аренду, и на него написано, что это спасатель. Ну, и мы видим наш кемпер, который нас дождался. Здесь Белая дача называется, местечко. Вернулись, давайте надеяться на Максима, что у него все получилось, и будем двигаться дальше. Ну, мы более подробно покажем вам потом, как вообще выглядит этот кемпер. То есть я спал, в нем было удобно. Максим что-то вырубился в машине, короче, я не знаю, что он там делал. Хотя здесь на двоих места, ну, прям предостаточно. И я почти 1,91 м лежал, и у меня место было свободное, потому что Я не достаю. Там просто его невероятно много. В общем, кемпер вообще рассчитан на двух человек и ребенок. То есть на два плюс ребенок. Идеальное место. И самое главное, вот сейчас ты стоишь на жаре, не в тени, как тебе? Отлично. В открытой окошечке, сеточкой все продувается, совсем не жарко, даже на солнце. Было принято решение доехать до Магнита, там закупиться еще, и потом уже поедем на тот дальний пляж. Этими местами дорога такая немножко подушатанная, но вверху здесь есть тоже какие апартаменты, собственность можно прикупить, стройки ведутся разнообразные, также в самой Веселовке тротуар к этим пляжам. Ну, прогулка, если вы в самом поселке будете отдыхать, довольно-таки длительная будет. Также с левой стороны поля застраиваются, тут морская 37 и много разных домиков построено. Также есть вот такие вот жилые комплексы. С правой стороны тут начинается как раз таки вот старая застройка. И здесь, я думаю, может, трансфер, какие ходят на море, тоже очень много деревянных. Веселовка парк, эко-отель. Если где-то отдыхали, ребята, обязательно отзывы, еще раз отзывы. Старый частный сектор. Ну и вот он сам Магнит. Здесь, в ту сторону, там новые тоже новостройки, нарезки. А здесь есть и школы, там все, что нужно в поселке имеется, в принципе. Пойду в Магнит забегу, возьму чего-нибудь нужного нам и поедем уже искать место для ночевки. Возврат, ребята, помните, возле тех магазинов столовой мы с вами вышли. И сейчас будем двигаться дальше по поселку, по главной, как я говорил, к правому пляжу. У нас уже здесь стало пасмурно. Эти базы отдыха работают. Сошли мы сейчас в магазины, которые были там на выходе 2 рядом со столовой.
они здесь уже готовятся к закрытию, то есть распродают последние остатки. Собственно, ну и людей особо здесь и нету, чтобы покупать в этих магазинчиках. Давайте прокатимся немножко. Я думаю, что тем, кто не был в тех местах, будет довольно-таки интересно посмотреть. Это здесь тоже указатель стоит, что дальше, то есть того пляж, парковка, можно выйти. То есть я, получается, не все выходы-входы там заметил, которые были. А, нет, вот здесь как раз-таки машина, помните, выезжала, и женщина проходила. Кафе «Хмамарин». Работает справа база отдыха «Уралочка». По прямой, вот где вот эти здания, краски, здесь автокемпинг и парковка организовывалась. Тут вот эту территорию такой буквой Z надо будет объехать. Зигзаг такой. И видите, машинка едет, ребята, с пляжка как раз таки двигается. Ну и дальше по прямой. Здесь мы с вами дошли до, помните, подготовленного пляжа. Может, берег называется это место. Подготовленное, в смысле, сделанная территория. И спускаемся к озеру Грязевому. Тут посерединке есть яма, в которую все ходят в грязи макаться. А вот туда вправо, я вам говорил, что тоже эта сторона застроена. То есть приезжают люди на грязелечение. Когда я был в прошлый раз, здесь было больше водички. Тут надо тех понять, где спускаться, с кемпером не будет хорошо. Ну, а также здесь люди стоят вдоль берега моря. Паркуются, но я смотрю, что многие припаркованы именно в эту сторону, чтобы пойти в грязючки покупаться. Давайте протянем да посмотрим. Смотри, там легковая пошла, наверное, мы туда к ней и нырнем. Сразу почувствовался аромат такой, прям чувствуешь грязи лечения. Именно здесь стоит большая лодочка для мусора. Так что в этом плане здесь все хорошо реализовано. Ну, тут люди выезжают. Попробуем, все-таки, может быть, можно как-то по дороге. Вот здесь еще парковочка тоже. Люди ставят машины. Помните, здесь буны устанавливали для сохранения береговой линии. Да, и здесь, видите, мы по прямой спокойно протягиваем. Я думал, тут какие-то платные. А, вот за собой мусор написано просто и все. Я думал, тут платные какие-то территории будут. Ну, вроде бы люди просто приезжают и останавливаются. Максим что-то смотрит так. Радостно, что наконец-то мы опять нашли песок. Так, ребятки, в общем, там проехали, все нормально. И вот, смотрите, тут дорога, получается, до того следующего подъема. Максим говорит, пойдем уже в грязи мазаться. Я вам предлагаю, пока еще светло, может, докатим до туда, посмотрим, как там сейчас дела обстоят. Там просто такой живописный берег был, я его только вечером видел. Хотя, в принципе, по времени еще 14:41, то есть время шикарное. Но сейчас, возможно, будет дождик, видите, как все затянуло. Так, здесь мест прям тоже много, рядом берег. Можно выбирать любой заезд. Но там прямо, смотри, прямо по берегу народ стоит. Я тут думаю, можно возле, вот в таком месте возле дюн сунуться. В принципе, этого будет достаточно. Ну, посмотрим точно, как сейчас с той стороны пляж выглядит. Я в прошлый раз отсюда уезжал вот через вот этот высокий берег. Но там я прям испытал удачу. И, как говорится, мне повезло, мы выехали. Тут, как помните, был вообще ситуация печальный во время шторма века. Все эти заборы лежали. То есть все было очень и очень нехорошо. Ну вот как выглядит озеро. Это соленое. Видите, там внутри еще водичка осталась в нем. Вот это то, что белое, это все соль. Такая вот прям классная яма. Для того, чтобы солью помазаться, было в самом начале. Мы туда вернемся. Сейчас только, как я вам сказал, покажу вам, как выглядят эти места, потому что и люди разойдутся, ну и мы, в принципе, еще можем успеть подняться сюда наверх, показать вам виды живописные до дождя. Кто его знает, какой он будет, вдруг мы не снимем, потом эту картинку будет обидно, конечно. Так вот, с палаточками, спокойно, свободно приезжает народ, отдыхает. Ну, очень многие приезжают на своих, на легковых, паркуются прям рядышком с пляжем. Ну, а многие этих мест даже, в принципе, не знают. Тут мужики даже на фургончике приехали на отдых. Впереди, кстати, перед этим пляжем стоят рыболовные сети. Тут кто там, то тут паркуются люди и отдыхают. Я в прошлый раз, когда увидел, сколько здесь за углом машин стоит, сейчас я вам покажу. Может быть, конечно, что-то изменилось. Вот сам пляж. То, что я говорил, фиолетовый песок.
да, изменилось, что тут слишком близко море подошло. Это я вижу палатки. Они вон туда дальше проезжают народ на своих машинах и не боится ни по воде соленой, ничего. Вот мини-палатка, там большой палаточный городок. Эти горы, холмы постоянно еще осыпаются. Надо быть аккуратным, потому что был гораздо дальше в прошлый раз. Наших людей не победить. Они лезут, лезут, куда только можно. Не дай бог, сейчас ливень, как в прогнозе стоит, сильный. И вот это все поползет, и что они будут на своих машинах там делать? Не дай бог, чтобы все было хорошо. Фиолетовый песок. И в эту сторону пляж. Людей практически нету. Если парковаться где-то в серединке, то там отдыхать будешь один. Вот поднимаемся чуть выше. Здесь ребята прям на брови машину поставили. Остановились там, как автодом. Отдыхать тоже есть это место. Лодочка, куда собирать свой мусор. Молодцы, кстати, сделали, чтобы чище было. Худеем Максима, если что. Такой вид. Побережье просто фантастика. Но здесь, видите, народу будет побольше, так как все могут проезжать на том пляже, где мы были. Ночью было, конечно, посвободнее в этом плане. Смотрите, как уже обваливается, готовы упасть вниз. А там люди ходят под ним. Наши люди не боятся ничего и никого. Ну, вот недавно был обвал. Насыпалось. Сейчас пройдем чуть дальше. Думаю, вы все увидите, как это выглядит. Так вот, отслоение стен происходит. Все дальше, дальше, дальше. Ну, вот это местечко. Мне в прошлый раз очень понравилось. Краски, где ребята приехали и с машинами стояли. Не дай бог, конечно. Когда я был в прошлый раз, ходил по той тропинке. Сейчас оно уже частично внизу. Ах, какова красота. Прям какие-то каньоны. Мега виды. Смотрите, что происходит там. Насыпь такая создалась штормом из песочка. И прям на пузике маленькие детки скатываются с нее. Вот такая вот красота, ребята. Путешествуйте, находите эти места и отдыхайте в них. Да прибудет как раз таки с вами сила, дамы и господа. Я потом туда дальше ездил, и там есть еще спуски к морю, видите. Там-то там можно разглядеть людей. Все-таки самый популярный это тот, в котором мы сейчас находимся. Так, подъезжая там, до Веселовки, потом порт. Очень красиво. Панорамочку сначала на эту камеру посмотрите. То есть Максим сравнивает это озеро, как будто оно полузамерзшее за счет соли на берегах. Теперь чуть поближе разглядим все эти пляжи. Отдыхающие, наслаждающиеся. Очень красивый берег, да? Там мы были с вами, ночевали мы где-то вот там, посередине экрана. Потом прошел пешком, полностью все пляжи вам показал. И поехали на эту сторону. Ну и само озеро. Мне кажется, цвета на камере не те. То, что я вижу глазами. Выглядит очень-очень интересно. Как кромка соли вокруг и посредине озера. И в этот раз даже к краю не подхожу. Сильно не рискую. Просто вот вместе с вами гуляем. Дышим воздухом морским и, в принципе, по натоптанным тропам. Даже самого, еще, честно, дух захватывает от того, как я вижу этот обрыв. Берегите себя, не рискуйте, если вдруг тут будете, не ходите под обрывом, потому что это очень-очень опасно, хоть и красиво. Ну что, пойдемте в грязи валяться, мазаться. Думаю, будет весело. Какой же прикольный цвет, а? Фиолетовый. Как хочется, чтобы это не кончалось, чтобы навсегда с тобой осталось. Всегда нас радовало, согласитесь, ребятки. Максим предлагает взять еще грязи с собой. Я знаю, таких уже брали как-то раз. Не использовали почему-то. Странно. Не знаю. Вот как-то так. Сейчас мы тебя целиком намажем, чтобы тебя вылечило.
Очень приятно. Хорошего отдыха. Здесь наши люди. Прикольно. Спасибо всем, кто смотрит, дорогие мои. Вас зовут? Наталья. Откуда? Мы из Тюмени. И... Мы тут сейчас отдыхаем, пока у родственников, так были в Адлере. А где тут отдыхаете? В поселке Таманский. То есть это туда? Да. То есть, а там же я тоже проезжал, есть какие-то спуски к морю. Почему там не ходите? Там нету. Нету? В Тамане есть. Ну, а я вот по вот этому берегу ехал, там тоже видел. Я просто как-то раз выезжал отсюда, и там прям такими дебрями катался, чтобы выбраться. Там было в одном месте вот к озеру какая-то речка стекала, прям там не проехать. Я поехал по берегу, находил, там тоже такие спуски были. Нет, там нет. Значит, ближайший сюда пляж, да. Поэтому все сюда едут, да. В принципе. Здесь вообще много так-то обычно. А как вам вообще это место? Нравится? Нравится. Я 20 лет сюда езжу. Грязью мазались? Да. И как? Ну, полезно. Коленочки не болят. О, это прекрасно. Мы просто сейчас будем Максима туда закидывать. Вам хорошего отдыха. Спасибо, что смотрите. Тюмени, привет. Спасибо. Интересный кадр. Парень с собакой вдоль лимана двигается. Сандеро проезжает. Видите, там тоже легковые стоят машинки. Спокойно подъезжает и отдыхает. Мы сейчас вернемся до грязи и где-нибудь, может, там в том районе будем искать себе уже место для парковки и ночлег. У нас есть Максим, который будет лечиться сейчас от всех болезней. Если увидите его потом молодым, красивым, жизнерадостным, это значит, все это грязь. Ну, а тут у нас, смотрите, начинается уже грязь с солью. Основная соль возле озера. Я не знаю, до нее, наверное, не дойдем, потому что по ней больно ходить. Народная тропа приводит нас к грязючке. Народ прям раскопал здесь все и усиленно омолаживается. Мы где-то час тут уже шаримся, и я уже по-честному принюхался. Прям месторождение этой грязи, я так понимаю. Это прям похоже на грязевой вулкан. Давай, Максим. Мы с тебя верим. Давай. Ты сейчас будешь омолаживаться. Можешь вот бомбочкой. Да че угорни? Только главное, чтобы меня не летело. А что нет? Она мягкая, Максим. Максим, давай, пошел. О, я же говорил, надо было. Такой звук, слушай. Максим, ты как будто... Не переживай, мы другого Максима найдем. Если ты сильно за это думаешь, то не думай, за это будет все хорошо. Максим. Все. Осталось теперь еще перевернуться, давай. Надо же не прилипать к тебе. Ты проклят. Все в грязи, как в грязи. Давай. О, пошла жара. Вот это да. Плывец. Вот это огонь был. Все, а как тебе вылазить будешь? Давай я сейчас машину привезу, Максим. Мы тебя тросом подтянем. Будет просто огонь. Давай. Максим. Там, кстати, в центре будет получше. Ползи туда. О, давай, мухи там есть даже. Ты их ешь, они, прикинь, какие сытные. Ребята, как вы дома моетесь? У вас есть вода или вы, как мы, в Анапе страдаете? Ты думаешь, что после этого ты чище станешь? Ты уже ее попробовал? Максим, жрать грязь нельзя, оставь людям. Максим уже тут освоился. Там ребята масло покидают все эти места. Максим хочет занять самое лучшее. Походу, там, видишь, с той стороны было лучше. Ползи туда до конца. Самое главное, не пачкайте руки, ребята. Это важно. Ну, Максиму, ладно, я за него все несу. Но если вы там с ключами пришли, еще с чем-то, потом замучитесь отмывать. О, самое главное, пытаться засунуть в бутылку эту грязь. Вот как девушка это делает, это просто великолепно. Потихонечку все вылазят, у всех получается. Максим, так что ты там не останешься, все вылезли. Народ постепенно потянулся к морю. Прикольно, такой купаешься в чистом море, там с тобой пришли такие ребята с грязи и помылись. Максим, давай. У тебя все получится. Ты молодец. Давай. Вот, осталось чуть-чуть еще. Не заставляй, как говорится, меня пачкаться, спускаться и спасать тебя. И он почти доползает. Я в тебя верю. Давай, Максим. Ползи еще чуть-чуть. Тот момент, если вас присосало.
Оп. Хоп-хоп, Эрвина, хоп. Так, Максим, давай, я в тебя верю. Прям видно, как оно у тебя на губах, ты ее слизываешь, это прям... Шок и трэш-контент. А можешь ли подпихнуть? Давай, давай, давай. Мы в тебя верим. Как ощущения? Чувствуешь себя уже помоложе? Лет на 20. Точно? Вот это прекрасно. Девчонки. Давай, 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 давай. Зачем детям море, когда есть грязь? Я тебе разрешаю, иди, 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 разрешаю. Иди. Давай, мячкой. Вот это огонь, слушай. Давай, Максим. Осталось еще полчаса. Ты знаешь, что долго нельзя на себе держать, иначе ты вымрешь. И будет обратный эффект. Ты не помолодеешь, а постареешь. Все, так тебе ползи до моря. Ползи, 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 давай. Ну, чуть-чуть проползи, ну, так прикольно. Давай. Пополз Максим к воде. Давай, мы в тебя верим, Максим, ты сможешь, тут остался километр. Главное теперь не потерять штаны, когда вы идете на море отмыться от этой грязи. А это можно вот так вот идти держать, да? Самое веселое в нашем видео про сегодняшнюю веселовку. Кстати, надо вот соль показать вам еще, ребятки. Смотрите, она, ну прям соль-соль. Вот она настоящая. Ради вас. Если я сдохну, фу, бля. Соленая, со вкусом грязи, вот честно. Полезное слов нет. Видите, тоже как ямка, соль по краям кристаллизуется. Вон она такими пластинками аж. Прикольно, да? Вот она плавает, ее можно пластинки брать. И вот так же там вокруг всего озера. То есть тут все белое, это соль. Так, теперь хочу прикол как раз и рассказать, то, что я говорил. Видите, ребята, зашли, отмываются, вокруг них такое черное пятно образовалось. Сейчас наша бомбочка ворвется, покажет, как надо. Не надо. Итак, друзья, делайте ставки. Без мыла отмоется или нет? Главное... Оставь штаны. И причем, смотрите, там вот слева ребята отмываются. Вот это все черное пятно грязи. Это от людей, которые приходят отмываться. И вот за Максимом такой шлейф пошел. Вот мужчина вроде бы отмывается. У меня тоже ноги чуть были грязные. Давай, Максим, мы в тебя верим. Ручки уже чистые. Так, Макс уже там по локоть отмылся. У нас уже более-менее хорошо. Так, что это с ним? Куда он ушел? Акула как будто там ест. О, все, получается, ребятки, отмывается. В общем, грязичка такая не сильно впитывается. Сейчас узнаем, какой эффект. Чтобы уже туда не бегать, вам отсюда покажу пляж. Пойдем и готовиться к времяпроведению вечернему. Вот этот дождик ожидаем, надо припарковаться, разложиться и наслаждаться. Ну, вот так в этом месте все выглядит, ребята. Тут приезжают, видите, на парковку, но вот эту ставят машинки абсолютно бесплатно. И люди чилят на берегу. Красотища. В общем, бархатный сезон продолжается. Еще глядя в ту сторону, прям порадовался за то, в каких местах сейчас люди находятся. Посмотрите, какая красота, ребята. Гулять вдоль берега. Вот он! Как новенький. Максим, ты живой? О, смотри, как у тебя волосы, прям как будто с мылом действительно помыл. Да, как ощущения? Ну, чувствуется какой-то, вот кожа стала там другая. Протрезвел, я не знаю. Протрезвел, может быть. Но слушайте, как не мог в прыжке шорты надеть, так и не могу. То есть не зашло? Нет, хорошо. Хорошо, вон ребенка тоже намазали, теперь отмывают. Ну что, пойдемте.
искать место ночевки нашей. Мы хотим еще показать вам возможность использовать мартину. Короче, вот эту вот вещь. Вдруг жара. Или как сейчас у нас обещают дождик. Ну, а вы хотите продолжить ваш отдых, то есть вот такое вот устройство. Может быть, мы бы даже и не пользовались. Но так как оно у нас есть, мы должны вам показать. Я думаю, как минимум вопросов не останется. Я не знаю только, как это работает. Поэтому не обижайтесь. Если вдруг будет холодно, есть дизельный отопительный генератор. Правильно, как точно называется, не знаю. Туда на дизеле он работает и создает тепло. То есть даже в холодную погоду вам будет комфортно в этом фургоне. Там более точно до скольки градусов, я думаю, это уже можно будет уточнить у ребят при бронировании. У нас просто такой задачи не стояло, что у нас будет холодно. Поэтому имеем как имеем. О, как все просто. Оказывается, я очень люблю, когда все просто и быстро. Эти вот туда. И того, слушайте, у нас уже получается, что не какой-то там небольшой домик, а полноценная избушка на курьих ножках. Сюда, я так понимаю, можно прицепить фонарь-прожектор какой-нибудь и сиди, кайфуй. Как тебе просто? Отойди чуть подальше. Спать. Ну, реально матрасы поставить. То есть у нас получилась реально классная зона. Тут еще молнии есть какие-то. Я думаю, что при желании сюда, наверное, можно крепить дополнительное ограждение. Круто. По кайфу. Вот такая должна быть остановочка. Дождик срывается. Тучки, видите, какие находят. Нам что-то не хочется уезжать. Я вот обычно, когда с палаткой где-то, такой ты думаешь, блин, дождь пойдет, все, будем бежать. А здесь сидишь, думаешь, ну и ладно, у нас есть кровля, я ее сделал вот так вот под скатом, чтобы вода, если что, туда сливалась. Есть герметичный закрывающийся такой бокс. Ну, в принципе, в машину можно, да, залезть при желании. И мы сидим, кайфуем. Самое главное, вчера такой сильный ветер, всю ночь, с утра я покатал на кайте, а теперь у нас практически без ветра. И идеальный шелест моря. Сейчас я уже себе сделал кофе, Максим тут по винишку, прикалывается на шашлычок, виноградик, салатик, зелень, друзья. Кстати, виноградик еще вот такой вот взял. Два вида, вон еще один. В общем, красота. Сидим, слушаем море и рассуждаем на тему, как хорошо, наверное, жить где-нибудь в Москве. Ой, не гони, а. Если бы хорошо было жить в Москве, я бы здесь полгода не жил. Привет, Москву, друзья мои. Красотища. Народ практически весь разошелся. За исключением тех, кто живет здесь. Ну и мы сидим под навесом, кайфуем потихонечку, слушаем шум моря. Оно сегодня так звучит прекрасно. У нас пообещали ухудшение погодных условий, что может быть образование смерчей. Будем надеяться, конечно, что повезет. А также возможность хода сели. Это вот вопрос ЖК Кавказ, чтобы там все выдержало, так как будет очень много дождя. Ну, посмотрим, если вдруг будет сильно воды, много с неба, то соберемся, поедем уже в сторону дома. Вот так, в принципе, местечки вокруг веселого для отдыха просто фантастические. Такая вот ночь, темнота, вот такая подсветочка. Внутри в Кунге там вообще такой свет включается, как будто днем становится. Доброе бодрое утро, дорогие друзья! Начинаем с кофе и холодной погоды. Мы уже проснулись. Что происходило ночью, друзья? Пришел ветер, где-то 11-12 метров в секунду. Пришлось убирать под дождем мортиру. Ее начало немножечко складывать, закреплять. У меня не было желания, поэтому я ее собрал. И все прекрасно проночевало. Все остальное поставил за машину. И оно здесь нас дождало. С утра уже есть кофеечек. Максимум
Максим довольный, счастливый, что он пережил тоже эту ночь. Ну и люди разбежались. Ребята, прогноз погоды нас обманул максимально. Почему? Потому что у нас должно было быть море 25, оно стало 22. Воздух должен был быть у нас сегодня не такой движимый. Ну, как бы ветер должен был быть слабее. Я с утра что-то такое прям разговорчивый стал. Так вот, ветер должен был быть там метров 5, а у нас он продувает до 11-12. То есть максимально не попадает. Ну и сейчас еще возможны кратковременные дожди. Туда в сторону Анапы даже гораздо сильнее все затянуто. Здесь вроде тучки расходятся. Ночью практически все время шел дождик, но мелкие. Тех катаклизмов, которые нам прогнозировали, не случилось. То есть все, в принципе, хорошо. Народ уже потихонечку разбежался. Но остались те, кто приехали отдыхать сюда с палаточками, потому что это место максимально популярно. Вот ребята в палатке стоят. Представляю, как там колбасило. В автодоме все-таки в прицепе было гораздо приятнее. Ты не переживал, что твою палаточку, вот как мортиру, там порывами ветром будет складывать. Так что мне однозначно автодом зашел. Ну, вот даже прицеп в таком формате, ты приехал, остановился. Самое главное, как под шум моря, потому что то, что слушал я вчера вечером, при засыпании не было ветра, он не гасил волну, и звук раздавался прямо до нас, вот эти приходы волны, дождик. Это такая романтика, такой кайф, такое удовольствие было фантастическое. Но сейчас море по факту 22, на воздухе температура 18, ветер дует 11-12 метров в секунду. Ожидаем кратковременный дождь. Сейчас что-нибудь поедим, наверное, и поедем. Я, в принципе, про эти места отснял все, что хотел. Только единственное, хотел сегодня с утра пробежечку сделать. Думаю, пробегусь в ту сторону вдоль этих гор. Но что-то холодно. Я хотел шортах, а другой одежды вот кроме этого нету. Я вспотею, а потом переодеваться просто будет не во что. Жалко, неподготовленные мы оказались к этим всем условиям, потому что смотрели прогноз, видели одно, по факту получили совершенно другое. Ну, будем, говорится, на будущее рассчитывать и на плохую погоду. Ну, а так, место фантастическое, Веселовка, левая сторона, Бугасская коса, какие прекрасные места, центральные пляжи с благоустройством и не таким большим, как в других местах, то есть людей здесь не так уж много. Ну и вот это место, да, с грязевым озером, возможностью постоять недалеко от моря. Кстати, хочу попросить, ребятки, не подъезжайте близко к морю. Вот смотрите, все машины стоят в районе дюн, то есть никто не выезжает сюда. Раньше здесь дюны до штурмовека были еще и повыше, побольше. Так что пользуйтесь такими местами, приезжайте отдыхать. Самое главное, после себя убирайте. И еще с таким-нибудь посмотрите, вот реально берег чистейший, красивейший, привлекательнейший. Так и должно быть, и пускай так и остается. Давайте перекусим что-нибудь. О, мега доширак. Максим говорит, давай кашу сварим. Максим говорит, я есть не хочу. Пол палки колбасы уже нету. Есть мужчина, который купается. Но я буду доширак. Потому что Максим не захотел кушать вкусную гречневую кашу, приготовленную на берегу моря. Эх, Максим, Максим. Никто не виноват, да? Так, мы после себя наводим порядки. Ну и тут можно поговорить, ребятки, еще пару слов. То есть, смотрите, у нас идет зарядка. Сейчас работает солнечная батарея, несмотря на то, что у нас пасмурно. Мы заряжали гаджеты, пауэрбанк. Сейчас у меня, по-моему, лежит, да, заряжается. Телефон я несколько раз зарядил. И батарейки на камеру тоже заряжали. То есть, в зависимости от электричества не было, в принципе, никакой. Также холодильник надо, подключайте и все. То есть все работает великолепно. Плита газовая, водичка, набор посуды. То есть, в принципе, все, что основное вам надо. Мангал даже был и есть. Собственно, после себя наводим порядки. Теперь пришло время поговорить про внутрянку. То есть, смотрите, сейчас здесь разложено местечко спальное. Я вам покажу тут. Вот это, кстати, вентилятор. Включается, видите, работает. Здесь еще один есть вентилятор, тоже боковой. И там есть еще одно просто вентилируемое отверстие. Тут сверху, у нас просто мы пока ездили, детское спальное место. То есть, если оно вам не надо, вы можете, ну, либо вот сюда вот так задвинуть, либо убрать, допустим, багажник машины, с которой вам прицеплены это дополнительные полочки для всяких вещей. Здесь у нас также USB-зарядки, показывает вольтаж с этой стороны. Можно прикуриватель подключить. Далее включается
освещение, вот здесь подсветка по бокам, то есть, и еще одна такая яркая лампа, освещение здесь просто невероятно много. Если вдруг будет холодно, там регулируется температура, это уже идет на обогрев, дизельный, там такой, как правильно называется, я забыл это, фигня, но в общем можно обогреваться, если надо. На окнах сетки, окна открываются на проветривание, дальше вот там лежат шторы, можно закрыть, если солнышко вам сильно светит, я наоборот открыл, слушал море, окошки у меня тоже были открыты. Отлично. И набор постельного белья. Я с собой беру всегда спальные мешки, поэтому я спал в них. Тут простыни, наволочки, пододеяльники, одеяло, подушки. То есть, в принципе, все, что надо для хорошего, комфортного отдыха. Нам было хорошо. Сейчас я это все соберу, покажу, какое там пространство образовывается, когда этот диван складывается, трансформируется в кресло. И, кстати, игрушки это для детей говорили, давай покажем, что и деткам тут есть бонусы, то есть, если будете брать в аренду. Здесь емкость для водички. Сюда можно ее залить и отсюда затем брать. То есть она всегда с собой, чтобы место не занимало. А вот так сверху выглядит. Тут на проветривание люк открывается. Если надо, чуть-чуть приоткрыли, вода не попадает, и вентилятор работает, и солнечная батарея. Вот так вот выглядит в сложном формате этот диван. То есть можно сесть, поставить столик, тот, который у нас видели, ну или просто расположиться, если, допустим, не погода какая-то, сидеть тут, общаться. То есть место, ну вот сами видите, вот я сижу, и над головой еще есть местечко. То есть очень просторный, очень интересный такой вот фургончик и трансформирующийся. Напишите обязательно, как вам. Я свой отзыв оставляю о том, что я очень и очень доволен, мне понравилось, это круче, чем палатка. Единственное, видите, везде только туда можно вот затащить, где машинка ваша заедет, оплатка, можно пройти в дальние места. Ну, за комфорт с электричеством мне как блогеру было вообще идеально. Для тех, кто там, женщины переживают, что им там печально, негде там полежать, там палатки страшно, то такой кемпер выходит вообще гораздо большим вариантом, чем палаточные городки. Ну и плюс вот, если бы мы дальше продолжали путешествовать, сейчас можно было переехать Крымский мост, поехать дальше на Генеральские пляжи. Мы об этом думали, но у меня завтра фотосессия, поэтому надо возвращаться и немножко поработать, пофотографировать. Такие дела, друзья. Отключаем электричество. Главное, как говорится, свое ничего не составлять, не забирать. Но мы вроде бы все проверили. Даже вот пауэрбанк у меня почти полный. Круто. Я начал задумываться, знаете, о том, чтобы себе такой комплект даже заиметь, просто путешествуя куда-либо, если даже без кемпера, чтобы электричество было. Потому что очень удобная тема, аккумулятор, солнечная батарея, ну и какие-то там электронные мозги, чтобы автоматически включался заряд на батарейку, смотрел у нее заряд. Так, особенно вот с Матильдой этой вчерашней, Мартирой, как нам правильно называется, было вообще очень круто сидеть здесь и отдыхать. Пишите ваши отзывы, как вам вот видео в таком формате, зашло, не зашло. Может быть, мы еще у ребят попросим. Тем более, говорю, что вот тут стоит система для отопления работающая, и можно путешествовать у нас в Анапе, я думаю, круглогодично в этом домике. Ну, только единственное, там, может, в феврале, когда морозы приходят, и то, не может, и не придут. А так, приехал, на тебе кухня, на тебе навес, сел, пошел, поснимал там по кругу и пришел на место наблюдать море, монтировать, отдыхать. Вот так резко закончилось наше лето августовское, все остальное. Но будем надеяться еще на тепло, ребят. Время 7:47, температура воздуха плюс 18. И дует ветер. Практически лежу, видите, как куртка понадувалась на нем. Итак, дорогой Максим, как тебе путешествие? Какие глаза у Максима. Довольные сразу видно. Ну, вот видите, ребята даже здесь паркуются. Кемперы, в принципе, ставят. Каждый отдыхает под свой кайф и интерес. Мы тоже с ребятами прощаемся. Я думал, они нам что-то показывают, у нас все. Ну, нет, вроде у нас все хорошо. Мы едем. Ну, Веселовке спасибо большущее за теплый, классный прием. Видите, дождик прошел здесь на грязевом озере, стало немножко погрязнее. Вчера ветер дул, и кайтеров тут было прям очень много. Сегодня из-за погоды такой холодной, всего лишь два кайта. Один здесь, один туда, в сторону Бугасской косы со стороны Благовещенской. То есть все, люди даже катать нет. Хотя вот, смотрите, кто-то спешит покатать, доски с собой тащит.
виндсерфера. Ну, я не знаю. У меня не вызвало желания сегодня закатить с утра, хотя ветер я вижу. Но может быть, потому что я вчера катал. И мне этого, в принципе, хватило. На выезде нас остановили сотрудники ДПС, проверили документы. У нас все в порядке. Мы, потому что капитальные красавцы, я абсолютно трезв. Максим абсолютно не трезв, но за рулем я. Поэтому все хорошо, друзья. Слушайте, кратенький отзыв. Сейчас тем более будем проезжать мимо озера. Можно смотреть не на меня, а смотреть в эту сторону. Мы стояли вот там на косе веселовки. И я хочу сказать, что мне здесь очень понравилось. Классно, атмосферно, маняще в плане того, чтобы сюда еще вернуться. Я надеюсь, что вам смог привить любовь к этим местам. Представьте, вокруг нас еще виноградники. Их здесь очень много с шикарным теруаром. Здесь у нас несколько лиманов, Черное море, такие солончаки. Великолепное место, суглининская почва. Так что ЮВК, Южная винная компания, которая нас принимала недавно в гостях, мы советуем вам их вина. Попробуйте, кайфанете. По крайней мере, Максиму прям очень зашли, да? Надеюсь, он нас розыгрыш оставил. Надо розыгрыш произвести. Ну и все. Пока, веселовка. Я думаю, до следующей встречи. Мы приедем обязательно сюда. Красавчик. Кто следующий? А, молодец. У тебя столько влазит, я уж тебе третью отдаю. Так, у нас еще есть, подожди, голодающий. Я так понял, ты главный, да? С тобой придется еще делиться. Так, вот самый дальний пытаемся. Нет, это взяла, еще остался один. Максим, чисти быстрее. Смотрите, сейчас будем дальний. Оп, есть. Ну ладно, на, тебе самое главное. Отдали. Это я и мои собаки, ребята. Сейчас мы им еще чуть-чуть подгон. Отбираю колбасу Максима. Ну дай сюда. Так, тебе самую большую. Тебе чуть поменьше. Поменьше. И вам туда, ребята. Всем дал. Все, дай бог вам, ребятки. А выйти аккуратно на дороге. Остановились на ЖД-переезде. И тут я увидел всех этих лапочек, утепутечки. Покормили. Все, что было, все отдали, ребят. Дальше только помидоры, огурцы. Простите.